КАМАЗ-6460. 6 на 4, 20-тонный двухскатный тягач, гидрофицированный, 15-го года. Пробег у него 29 тысяч километров. Возил он чисто только свой транспорт в организации. То есть услуги не оказывал, не нагружали его. Поэтому такой год и пробег. Так что только обслуживал своей организации. С этой организацией мы купили несколько единиц. По факту вот так. Ну что, Евро 4, мосты КАМАЗ. Идеальное, отличное состояние. Два бака, мочевина отключена. А коробка ZF, крыша, прекрасная крыша Макси. Кабина у нас на подушках. При необходимости поставим на пружины. Заводские подушки здесь. Что еще здесь из вкусняшек? Кабина рестайлинговая, сиденье пневмо. Минимальный набор, естественно, конечно же, будет. Вторая спалка у нас матрас, а не гамак. Европанель. Из вкусняшек, да, тахограф. Только что вот пробег у нас был, да? Вот у нас пробег 29 тысяч. Магнитола и фен. ПЖД уж есть стандартно. И фен, теплостар. Вот так, друзья, вот так. Так что, опять же повторюсь, гидрофицирован. Так что, планируется, конечно, что мы будем его продавать по наличному расчету, но безналичный и лизинговый вариант тоже не исключены. Так что, пожалуйста, вот у нас из двадцаток теперь, можно сказать, есть полный набор. Совки, обычные люксы в наличии есть, сельхозники с цепкой есть, шасик есть, вот тягач есть. Это все вот из серии КАМАЗ-6520. Мочевина отключена. Запоминаем ВИН. Это важно. Так что этот КАМАЗ могут продавать очень много разных лиц по разным ценам. Так что важно всегда смотреть на ВИН. Шикарное состояние крыши Макси. Кабина рестайлинговая. Покажу под облицовкой. Так что, дорогие друзья, в наличии КАМАЗ 6460, то есть тягач 6520, в наличии в городе Набережные Челны. Этот красавчик. Вот он есть. Вот он с нами. Так что заказываем, забираем, бронируем. Шикарный вариант. Спасибо, друзья.